Да, слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, друзья. Приветствую всех, братья, сестры, во имя Господне. Вот встретил своего старого друга, отца Константина, пастора Константина. Давно мы уже с ним знакомы, и вот, да, с 97-м году, когда я приехал в Украину, как раз один из первых вот служителей, с кем я вот тогда познакомился, как раз вот был вот пастор Константин. Слава Иисусу! Навеки слава Богу Святому! Да, и вот мы списались, встретились, и в субботу будет служение. Да, пути Господни неисповедимы. У нас такой насыщенный месяц в этом году. Нам приезжал пастор Сергей Комовский из Майами, да, которого наш с 1994 года мы служим вместе. И наш общий знакомый, семья, да. Ивченко служила музыкальной программой. Пастор Эльдар Мирзоев прошлую субботу. И сегодня как-то Бог сделал такую интересную нам встречу с отцом Сергием, служителем Божьим, очень дерзновенным, помазанным, ревностным. Поэтому приглашаю вас в субботу, в 11 часов по адресу улица, как у нас называется? Попудренко 52Б. Это в большом зале, он будет служить. Он двигается также в дарах исцеления, словознания и чудотворения. Аминь. А это не просто батюшка, это помазанный служитель. И он ответит на все ваши вопросы по поводу православия, по поводу служения духовного и других, которые вопросы, он очень образованный и духовно движущийся. Один из учеников был Александр Меня. Слава Богу! Ждем вас на служение. Приглашайте православных, да. Приглашайте наших братьев. Всех любящих Господа, да, на любящих это служение. Вместе прославим Христа. Приглашайте неверующих, которые считают себя православными. Да, таких очень много. Очень много. Очень много. Большинство. И я думаю, что единство, оно дает Богу приходить на путь единства, приходит Господь. Аминь. И очень бы хотел видеть всех желающих. У нас церковь небольшая, но мы ждем каждого, кто действительно приходит не к людям, а к Богу. Слава Богу! Аллилуйя! Так что буду рад поделиться Словом Божьим, помолиться за вас тоже и вместе с пастором Константином, со всеми святыми прославим Господа. До встречи и на земле, и на небесах. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы благословляем вас, да. И верим, что если вы придете, вы будете благословлены служением отца Сергия. Это вы почувствуете, что это не просто человек и не просто реклама, что с ним присутствует Господь. Слава Богу. И благословляю вас благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И ни в коем другом нет спасения. Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, дорогой пастор. Спасибо, спасибо, пастор. Спасибо. Рад очень встрече. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя.